У меня противогаз новый. Классно. Что это? О! Вверх. Воздух. Вверх. Черный. Вверх. О-о-о. Тут хорошо. Вокруг сияние. Внизу трудно дышать. Плохо жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Я буду идти там, где сияние, но рядом с тобой. Так, ладно. Отпустить-то мы его отпустили. Это классно. Понятно, значит, у нас теперь на поверхности нет возможности дышать, зато у них есть. Но они не могут дышать под... Так, упыри. Черный, хе-хе-хе. А я ж тебя отпустил, дружище. Ты же мне поможешь, да? Если что. Ой, ой. Упал. Так, ладно. Знаю я, что бывает, если долго оставаться на поверхности. На поверхности есть такое свойство, как быстро расходуются фильтры. Мне чуть нифига не хочется сдохнуть здесь, у шлепки. Классный автомат, кстати, я подобрал в процессе. Тут... С таким, знаете ли, стволом. Вау, нифига, что помог же. Вот это да. Он, по-моему, еще слоумо врубает. Так. И что я, по-твоему, должен с этим сделать? Просто их всех переубивать, что ли? Не понимают, как ты видишь. Боятся. Устал. Устал. Озвучка, конечно, я вам скажу, так себе. Ты и другие люди сильные. Вы можете убить всех. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Что-то важное. Ладно. Что-то важное. Ой! Ой-ой-ой! Захотел противогаз. Блин. Река. О, смотрите-ка. Не упал бы я в воду, не заметил вот этого вот. Сталкера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А мне вообще туда не надо, да, наверное? Или надо? Или не надо? Ух ты ж, блин. Бегом, бегом, бегом. А что там? Смотрите. Оу, оу, оу. Воу! О, здорово, давно не виделись. Кусок дерьма. Эх, много на тебя стрелял. Что там такое светится? Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Вы все носите вещи. Я тоже хочу, как ты. Ха. Да, ему бы пошел галстук. Так. Это, пожалуйста, я заберу. Немножко пошаримся, пошароборимся чуть-чуть. Может, что-нибудь найдем полезненькое. О! Картина Репина. Птичка приземлилась. Да пошел ты. Так. Что еще? Вот так вот, лежать смирно.
Так, проблемы с воздухом. Буду до талого. Фу, тараканы. Вот эта пневматическая, значит, ерунда, которая стреляет дротиками, это, конечно, очень прикольная вещь, и я, наверное, ее все-таки подберу. Оу, oh, yeah. Дорого она стоила на станциях, поэтому хотя бы здесь ее подобрать, что ли. Я тут, в принципе, без разницы. В каждом оружии есть свои плюсы, свои минусы. Особого, знаете, такого балансного, дисбалансного, мощного, в отличие от другого, оружия нету. Вот. Так что тут, скажем, на вкус оружие. Так, а здесь у нас, пожалуй... Ну, как бы помещение это, конечно, хорошо. Ну, кто знает, сейчас нападет какая-нибудь опять мерзопакость. Типа, вот этого! Чё-то у вас, ребят, в раз-то многовато будет! Налетели так, налетели! Убойная сила рулит. У автомата. Прям как надо. Завязывай высветить здесь. Друг мой печальный. Упырь. Будь ты неладен. Лети, лети давай. Может, тут есть что-нибудь вкусненькое, полезненькое. Смотрите-ка. Ну, это как бы метро, да. Просто... мост. Смотри, я как ты. Хе-хе-хе, с вещами. Классно. Слушайте, идет. Прикольно, кстати, сделали, слушайте. Модельку такую. Так, сейчас будет один из тех припадков, что было в самолете. Типа, каково это? Когда люди умирают в поезде. Я сейчас могу опять просто снять маску и как Павел тогда начать брыкаться. А этот черный может мне помочь ее одеть, если вдруг такое произойдет. Но это как бы мои догадки. Если такое будет, это будет забавно. Просто сванговал чуть-чуть сюжетец. Ну или, по крайней мере... Шла нахрен! Ты мне беспонтовая. Ой-ой-ой-ой-ой! Так. О, блин! Не удержался. Так, 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 я еще жив. Блин, блин. Берегись. Кого именно? А, так. Тупая тварь. Так. Ладно. Что, еще один заход на меня делаешь? Летучая убогая. О! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, не хочу играть с тобой. Всякая гадость на лицо липнет. Так, давайте-ка вы просто отсюда брысь, да? Бум! Хи-хи-хи-хи-хи! Скопытились. Ох. Долеталась птичка. Ого! Забавно. Реально в мире диких животных все пытаются как-то выжить. А черным здесь, кстати говоря, в самое место. Эволюция сделала их таковыми, что они смогут
выжить. Да блин, почему я кнопку постоянно путаю, а? На... Танцы на воде, ей-ей-ей-ей-ей. Да блин, ну иди вам нафиг. Бум! Си-хи-хи-хи. Люблю вас подрывать. Вот каждый мертвый вот этот вот... Вот это вот, блин, улитка нафиг. Конёк-горбунок. Его бы... В подземку, да к нам, на станции. Чтоб детишки кушали. Они же их едят. Ваши дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Потому вы убили что? Всех. Своих. Странно. Глупо. Зло. Да не говори. Человеческая сущность. Убивать себе подобных. Какие бы планы относительно него я ни строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Какая трогательная история. Пора идти. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Кого? Красные, злые. Так, ты уже делаешь различия между людьми. Красные, не красные. О, ты ж смотрите, какой схрончик-то аппетитный. Просто обалдеть. Ладно, все не утащил. И не надо все. А, нет, я подумал, он про людей. Так. Я все еще на поверхности. Красные злые. Может, как-то их просто обойти можно? Не обязательно же стрелять. Это еще что такое? О-о-о! Я аж прям вижу, как эта фига надвигается. Блин. Молчать. Под тихим сном. Ой! О, ты ж надо же, а! Вот так поворот, блин. Красные злые, блин. Просто сдохните. Сюда вообще они еще забредают-то. О. У погоды нет плохой погоды. Я, пожалуй, сюда спущусь. Красные, сильные. Да, я знаю, дружок, я знаю. Очень такие неприятные создания. Так, и что я сюда пришел? Бесполезно. Ничего здесь нет. Просто тупик. Надо дальше идти поверху. Черный, сына! Если на меня нападет этот крылатый ублюдок, надеюсь, ты что-нибудь смотри, с ним сделаешь. Их много. Так, это хорошо, что ты мне их вот так вот тут светишь. Это ты молодец придумал. Только вот порой этого бывает недостаточно. Да, что ж ты будешь делать-то? Так, сколько там заряда-то еще осталось? Слушай, патронов-то много, а вот заряда нифига.
Блин, нифига себе. Какой-то схрон из человечины. Пойду-ка я отсюда. А то хозяин вдруг недалеко. Какой-нибудь там еще крупный упырь. Так, мертвые упыри. Может, здесь кто-то живет? Какой-нибудь человек. Так, ну-ка, open. Нет, не открывается. Ладно. Эй, тут вход на станцию, возможно. Было бы очень хорошо, если так. А, нет, кончилось. Кончилась зарядина. Начинается. Пошли вон. Вон пошли, говорю. Это еще что такое? Оп. Крылатая с жабрами. Хрень упырь. Еще один. У них еще глаза светятся. Такие были под конец первой части. Ну так себе, конечно, ребята, потолще будут обычных упырей. При этом они еще и порезвее, что ли. Летать умеют. Вот. Ты свой хавальник-то спрячь. О, черт! Вот это да! Блин. Вот это поворот. Патроны кончились. Что делать? А, ребят, здесь, значит, заряд кончился, а там патроны кончились. Классно. Ай, да иди ты нахрен. Блин, надо же было промазать, а. Эх, черный мне в помощь. Значит, надо лазить, шарить. О, ух ты ж, нифига, что она делать-то умеет, а? Хо-хоу, кто бы мог подумать. Так, надо шарить на наличие патронов, ибо теперь это стало очень важно. Или хотя бы дробовик какой-нибудь найти. Вот тут уж картечи-то у меня чего-чего да найдется. Так, вот ты и попал. Все, кажется, это последний патрон был. Надеюсь, что нет. Зараза! Зараза, что делать? Сейчас нападет на меня еще. Блин. Оружия-то у него нет, да? Так, там огонь. Так, кажется, у меня еще одна обойма есть. Откуда у меня патроны? Вот так интересно. Мне казалось, они у меня уже давно должны были кончиться. А, подбираю, значит, потихоньку. Так. Это что у нас здесь такое? О! Походу, мы нашли еще одно место, через которое упыри проникают в метро. Если так, то... Или нет. Просто пара сталкеров, которые попали в задницу. В более затруднительное положение, чем я, скажем. О! Носачи, так, погибло, будьте осторожны. Так, это радио какое-то или... Вот все, вот теперь да. Черт, 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 я сказал, блин, бегом! Что там? Скорей! Ай-тай! Все, мне пипец сейчас будет. Они же, блин, с трех или со скольки ударов ломают все. Напрочь. Так. Стоит такой, примеряет, там сзади просто...
Ну да, классно я попал. Очередь. В очередь, сволочи. О нет. Не трогайте меня. У меня патронов нет. Надеюсь, разработчики это учли. Класс. Отличная переправа. Ой, ой, ой. Ну, брось. Брось его. Фу, фу. Пакость. Я уведу его. Очень на это надеюсь, дружище. Сломай ему голову. Он большой, но глупый. Ментальная атака его. Порази своей. Крылатый очень быстрый. Устал. Но я работаю. Блин, умница, слушай. Молодец. Красавец. Но как его можно застрелить? А ну-то как? Наверное, тут даже и нету такого исхода-то, где мы убиваем черного. Вот интересно, главный персонаж только сейчас вот начинает там какие-то чувства к нему там проявлять, все в таком духе. Типа не убивать его начинает там уже что-то такое подумывать. Когда я, блин, еще с самого начала прохождения уверен был, что мы его не убьем. И уже такое отношение к нему было, что лояльное, чтобы его не прикончить. Так. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Из-за двери? Что там? Ну-ка, кстати, а вот там-то я что-то пропустил, походу. Походу, дело есть такое. Что я что-то мог пропустить. Вот здесь. Да? Нет? Иногда он видит дверь. Меня и зовут из-за двери. То есть из-за нее меня зовут. Да? Тоннель, наконец-то. Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Хм. Пока что, я так понимаю, Артём потихо его использует. Очень не нравится мне этот звук. Очень не нравится. Ну и на этом, пожалуй, я и закончу эту часть прохождения. А то у меня уже, как видите, 3.50. А, хотя нет. Теперь у меня 4.57, 4.56. На самом деле 3.27. Ну, в общем, так или иначе, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. И всем тортик.